Посмотрим на одну из новых партий, которая создается и хочет войти, выиграть выборы, да, Верховную Раду Украины. Это партия Шарияна, известного человека, все его знают. Вот очень интересно, и многие пишут, что хотели бы посмотреть именно на эту партию. Войдет ли она и что их ожидает? Итак, с какой базой даже, можно сказать, они будут входить? Первый вопрос. Первая база, ну что ж, они очень легкие будут, сама партия будет легкая, интересная, независимая в первую очередь. Что же сам Анатолий Шари, он на коне. Все шансы победить у него есть, все шансы войти в партию, создать, вернее, партию и войти в Верховную Раду, победить. То есть есть шансы, и у него они очень огромные, и карта говорит о том, что ему стоит это делать, это правильный ход, правильное его решение. Это нужно и как самой стране, да, так и им поддержку он получит от людей. И он будет очень интересным политиком. Он сам не ожидает, насколько это ему близко, да, насколько это близко. Насколько он разбирается, насколько ему это, кстати, самому будет интересно. Идет он с одной целью и мыслями, а придя туда, то есть попав в Верховную Раду, выиграв выборы, он, во-первых, многих подвинет. Он сможет, из-за того, что он идет, многие не войдут, так как люди больше своего доверия будут доверять ему. Это ему нужно, это ему стоит. И, в принципе, сомнений здесь не должно быть. Он лидер, по сути, своей, и у него это получится. Дальше. Что же с его партией? Кто же будет входить в его партию? Какие люди? Да, в основном мы смотрим общий состав. Что ж, в основном это обычные люди, совершенно обычные люди. Я не вижу здесь каких-то особенных людей, людей, которые там привыкли быть в политике. Это новые люди, совершенно новые люди. И то, что он создает, у них совсем новые идеи, новые продвижения. Я не знаю, ему стоит идти, и победа все-таки на его стороне. Войти он сможет. Я не говорю, что у него будет большинство, но войти в своей партии он сможет, причем очень красиво войти и там задержаться, то есть быть там. Ну что ж, конечно, когда он войдет, он несет с собой туза мечей, он несет с собой поддержку как президенту, также он несет поддержку Украине. В принципе, и то, что он будет говорить, и то, что он будет делать. Вот данная карта очень интересна. Здесь корона и меч говорит о том, что он будет и мечом, то есть мстить, он будет мечом рубать, можно даже так сказать, головы тех, которых он считает виновными. В то же время корона говорит о том, что он готов проявлять. И ему нравится, да, сам президент Зеленский, он будет проявлять свое уважение, он будет проявлять понимание и поддерживать президента. Для самого народа, что же унесет он? Кстати, во многом разбирается. И то, что он еще не знает, то он быстро этому обучится. То есть я не вижу здесь помех. Ни в нем, ни какой-то, ни страха у него нет, ни какого-то ни опыта у него нет. То есть человек опытный, человек быстро обучается, человек быстро адаптируется к ситуации, какого-то замешательства в нем нет. И, в принципе, у него всегда все его решения, они все хорошо взвешены. Он не делает того, чего не может взвесить.
То есть всегда решения обоснованы. Ну что ж, для людей унесет праздник, для людей унесет радость. То есть это голос самого народа. Вот я бы так вот даже сказала. То есть он будет говорить все, в принципе, как оно есть. В партию, сам он создаст, и в Верховную Раду на выборах он войдет. Есть человек, которого он считает для себя врагом, сможет ли он ему отомстить, когда войдет в Верховную Раду? Да, конечно, сможет, именно он будет на этом стоять. Именно он не даст заглушить данные расследования или данную ситуацию. То есть он сможет довести дело до конца. Это тот человек, который доводит дело до конца. И что ж, мы видим, что Анатолий Шарий, партия Анатолия Шария, она будет создана, и он сможет войти в Верховную Раду. Он победит. Естественно, ему придется возвращаться. Естественно, ему и хочется, в принципе, это делать. Любит он свою страну, действительно действует от сердца, действительно его можно выбирать. Он решительный, твердый, уверенный, и без каких-то доказательств, без каких-то решений, без взвешенных ситуаций он ничего не предпринимает. То есть нет у него неосмысленных шагов, вот так. И доводит до конца, то есть его обещания он выполнит. То есть то, что он обещает, то, что он хочет сделать, то, что он говорит, он это делает. Вот это очень нужно. И своим приходом он многим сможет помешать, многим сможет именно вытеснить, просто вытеснить из выборов, и люди будут голосовать больше за него, чем за кого-то. Он с хорошим отрывом зайдет. Он сейчас посмотрим, как он будет с партии президента, да. Но он не из тех, которые вот как оно есть, так он и будет действовать. То есть если ему будет нравиться поступки президента и его партии, то и он будет их поддерживать. Если нет, естественно, он будет говорить прямо, нет в нем страха, нет в нем мыслей, чтобы кому-то помогать, и в плане того, что вот за какие-то деньги или за что-то. Нет, человек совершенно мыслит по-другому, совершенно мыслит от себя, сам по себе, в принципе, мало кому доверяют. Ну и разбирается в людях, в принципе, в его партии. Я не вижу, чтобы вступили какие-то люди, которые будут вот наносить вред. Этих людей здесь нету и не будет. Сможет он полностью реализовать свой план. Поэтому не стоит ему сомневаться, не стоит ему просто нужно идти вперед. Вот как задумал, так и нужно идти вперед. Да, будет сложновато в каких-то моментах, потому что все-таки свою личную работу он не бросит, он ее будет продолжать, это его отдушина, это он сам, да, то есть человек нашел то, что ему надо. Но тем не менее в политику ему можно идти и нужно идти. И люди будут за ним очень сильно. Причем сразу он будет просто интересен, да, то есть просто интересен, какой он там. А уже находясь и пройдя выборы, попав в Верховную Раду, он спокойно сможет доказать, что он не просто может красиво говорить, а он умеет красиво заставлять и выявлять все ситуации. То есть с ним договориться или подкупить его будет невозможно, это сразу отметается. Тяжеловато будет ему нести все это на себе, свое какое-то даже бремя, но тем не менее.